Так, сегодня у нас 17 сентября 17 год, Харьков. Это мемориал славы. Там он видно, скорбящая родина мать. Видно, скорбящая родина мать. Мемориал я только сейчас сам увидел, оказывается, у нас реконструируют. Но сейчас не об этом. Сегодня в Харькове 4-й осенний велодень. Называл я раньше это закрытием сезона, но правильно сделали замечание. Никакое это не закрытие сезона. Скорее смена. Ну и народ подтягивается со всех. Со всех, вот как бы так не пошло сказать, со всех сторон города. Что такое? Что случилось? Вон там у нас памятник велосипедисту. Нет, это не он. Мы туда отправимся. сентября 17 год, Харьков, Белгородское шоссе, 10:22 по Киеву, в 11 старт. На Китке Основьяненко поедем.